своих друзей из прошлой жизни. Одного человечка, который очень много мне сделал когда-то. Направил меня в нужное такое направление, наверное. Направил направление. Ну, так сказалось мне. Ближе подходи. Озвучивать могу или не могу? Не надо. И она остается инкогнито. Да, это она. Если многие считают, что мужчины помогают женщинам, то мне женщина помогла. Она меня поверила, когда мне было 26. Подходи сюда. Когда мне было 26, и сегодня я ее вижу. Люблю ее заходить, а я тебя люблю. Спасибо. Классная, правда? Но затрется, что практически кожа. Цена, это же не новые модели, я уже вам их показывала. 195. Они очень удобные вот эти. Есть длинный ремешок, они очень удобные. Размер замш. Здравствуйте, дорогие друзья мои, уважаемые зрители. Сейчас мы с вами зайдем, рада вас приветствовать на нашем с вами канале. И зайдем, посмотрим на скидки Фурли. Какая сейчас ценовая политика Фурли и какие модели они сегодня нам покажут. Кстати, моя вот эта модель такая, вот девочки ко мне приезжают, и многие хотят именно эту модель. Она старенькая уже, и надо просто сейчас посмотреть что-то похожее, потому что она удобная, туда помещается портфолио, документы, очки, ключи, как бы и руки свободны. Сейчас нам надо посмотреть что-то в таком стиле, в таких размерах, вернее. Но вот эти цвета, конечно, везде они сейчас, но они были в прошлом году уже. Немножко мигает. Музыку девочки приубавили тоже, чтобы я могла поснимать. Такие модели, типа моей по размерам. Надо просто попробовать, входит ли сюда портфолио. Ничего лишнего. И они сейчас по 159. Мне кажется, что здесь немножко меньше. Надо сейчас попробовать, войдет или нет. Потому что надо, чтобы кошелечек все-таки заходил, помещался. Так, аксессуары. Вот тоже шестигранные, как я купила себе вот эти черные. А, вы не видели, да? Я купила итальянскую марку, показывала в Инстаграме. У меня черные. Шестигранные. Девочка примеряет. У меня, честно говоря, очки от Фурли я никогда не имела. Какая хорошенькая эта малюточка. Не знаю, куда с ней ходить, но люди ходят. Эти уже побольше размеры, по 189. Я хожу уже с Майкл Корсом. А вот есть и побольше. Но это уже точно вместительная, но она и длиннее. Эмма под руку лучше все-таки, наверное, чем ее брать еще на ремешок длинный. А люди хотят еще на длинном ремешке, чтобы было удобно. Эту я уже смотрела, она мне прикольная. Она мне прикольная, хотя совсем мне не нужна. Ну, я просто смотрю, вам показываю. Я не буду говорить о себе, я же вам показываю, правда? Телефон не поместится, это в эту, наверное, нет, не поместится. А это какая интересная модель, но интересная, но неносибельная, непрактичная. Вот Куччинелли мне сегодня больше понравилась. А это какая веселенькая, вот эта камера мне все передает, 169 евро.
красивый голубой цвет, вот этот голубой красивый. Мешочки, торбочки, мешочки, мне они неудобны вообще-то, не знаю, как кому. Я помню, не с молодости у меня был такой вариант, был. Как-то он мне был неудобный, не знаю. Вот отражение, красивый цвет на рекламе. Говорят, хозяйка, конечно, это же не ее собака, но они похожи. Говорят, что собака всегда похожа на своего хозяина. Последнее время мне кучинели больше нравятся. Я уже договорила вам и опять повторяю. У меня вот люди были у Фурли и тоже все-таки вернулись к кучинели. Хотя, вроде бы как и тут есть, но мне там удобные модели, более удобные. Более очень много Фурли, уже идут подделки китайские. Понимаю, что Китай уже все везде заполонил. Вам показать 148 евро, такая маленькая, я думала, что это не кожа, оказывается, кожа, она очень такая, как пластика. Так, эти все по 159, да. Что еще вам показать? Красный немножко есть, красного такого не бордо, нет. Не бургунди, не бордо. На дно ложится телефон. Ну, такие вечерние эти сумочки, да? А они какую цену, сейчас вам скажу. 189. Хорошенькая, благородный цвет. Цену сейчас 39 евро. Смешно, да? Летний такой вариант. Даже дорожный, я бы сказала, можно брать с собой дорогу. А ну, размечталась. Это только ремень тренд новый. А борса 200 с чем-то. Мы сейчас посмотрим еще на борсу. Борса — это сумка. Ага, 207. Ага. Да. Видите, как надо быть внимательным. Все, девочки, на этом мы заканчиваем обзор. Так тихонько говорю, потому что тут есть русские работники. Одна девочка на русском разговаривает. Не знаю, откуда она не спросила. То я уже не ору тихонько вам, чтобы никому не мешать. И на этом заканчиваем обзор Фурли. Я не вдохновилась ничем. Посмотрела то, что мне было на заказ. Сброшу сейчас. Если хотят, то возьму. И ребятки, чевидямо престо.